Поединок Бельгия-Южная Корея вряд ли был бы удостоен внимания российских болельщиков футбола, в особенности, когда в это же время параллельно играет подопечный Фабио Капелло. Однако турнирная ситуация в группе была такова, что невольно приходилось следить за счетом и в этом матче. Болельщики увидели в данной игре только один мяч, он был забит в ворота Южной Кореи. 0-1 Бельгия в 1/8 финала.